Так, всем здравствуйте. Сегодня прям хотел показать мне три дополнительных уже предустановленных программы на iOS 8, другая версия. Это программы iBooks, подкасты и советы. Они, сразу вам говорю, у меня был iOS 7, да? Я установил iOS 8. То есть другую операционную систему. Уже обновил, то есть, да? И вот это уже, я даже сам какой не ожидал, что если я установлю 8.2, то у меня будут три новых приложения, просто, без всякой установки. Ну, давайте начнем с первого. Это iBooks. Тут можно накупить любую книгу и читать, а то автора есть даже по куке, можно смотреть подборку. Давайте, например, купим какую-нибудь книгу. Например, сейчас загрузится. Ладно, давайте сначала почитаем. Вот, я вам скажу, вот просто можно вот так вот читать вот книгу. Я остановил пока только одну книгу. Это руководство пользователя iPad. Ну, по iPad для iOS 8. Ну вот, можно листать страницы, просто даже можно менять шрифты. Можно даже цвет менять, яркость, качественность и так далее. Ну, можно вот как, смотрите, тут даже есть прикольная анимация открытия и закрытия. Вот. Теперь войдем в куб чешки и посмотрим, сколько можно купить. У меня почему-то долго грузится, ну ничего. Ну, не будем, а там просто можно загрузить, там все бесплатные книги в этом приложении. Следующее приложение. Подсказки. Здесь много подсказок. Например, как ставить фотографию в сообщении. Или, например, можно прослушивать. Тут можно прослушивать музыку. Это как приложение музыка, но немного получше. Можно создавать новые сканции. Тут даже есть журнал произведённых, не произведённых. Можно даже изменить. Вот у нас кролики есть, например. Можно даже сканцию удалить. Ну. Вот. Чтобы отменить, надо нажать готово. Ну. И последнее положение. Советы. Тут можно... Тут много информации, например, как ставить фотографии сообщения, например, как там менять звуки, там менять шрифты и так далее. Там, например, вот интервал. Вот, например, как что делать, если уголили фото случайно, или, например, насколько диапозитные камеры, вот, например. Например, Siri, как включать, и многое другое. Можете установить iOS 8, и там будет это приложение. Можно даже нажать подробнее об iOS 8. Но это уже интернет, а нам интернет пока не... Там сайт apple.com будет высвечиваться. Ну, надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, пока, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.